Всех приветствую на своем YouTube-канале. И сегодня у нас обзор на виноград сорт «Красотка». «Красотку» подавляющее большинство виноградарей на YouTube хвалят и говорят, что это беспроблемный сорт, не требующий тщательного ухода и всегда дающий урожай. У меня этот сорт растет уже 4 года. Условия созданы идеальные. Солнце с 4 утра до 7 часов вечера в летний период. Куст защищен от ветров, шпалера со специальной виноградной сеткой, легкая питательная почва. Куст растет отменно, ежегодный прирост составляет от 2 до 3 метров. У него очень большие и красивые листья. В первую зиму все почки вымерзли, во вторую почки выпрели из-за очень теплого укрытия без вентиляции. Третью и четвертую пережили хорошо. Лоза вызревает в зависимости от осени. Если осень теплая, как в этом 2020 году, то лоза идеально уходит в зимовку. Если осень не удалась, то и лоза вызревает плохо. Но главная беда – это полное отсутствие не только урожая, но даже завязей. Куст плохо их завязывает. Перепробовал все. Обильно кормил, держал на сухом пайке, поливал. Вообще не поливал, давал фосфорно-калийные подкормки, как минеральные, так и природные. Результата нет. Хочу корчевать, но куст очень жалко, оставлю как декоративное растение. Уж больно красивый куст и особенно классные листья. Не рекомендую сорт винограда «Красотка», во всяком случае для виноградарей новичков, потому как получить урожай этого сорта очень и очень сложно. Подписываемся на канал, новые видео каждую пятницу в 20:00. Всем пока и удачи!